ответ. Я съездила в свой офис, сделала все свои дела, поэтому еду далее. Я только везде не езжу, потому что никак нельзя. Если сидеть на месте, то у нас никогда ничего не получится. Поэтому мы всегда и все едем то в одно место, то в другое. На улице 0 градусов, поэтому что-то очень, не очень хорошо. Приходится почистить окно. Сейчас я поеду со своими детками, и мы поедем на английский язык заниматься. Я очень люблю английский язык, я учила его в школе усиленно, я учу сейчас. Мне приходится очень довольно-таки много общаться иностранными гражданами, ну и с ребенком, конечно, тоже учить. Мой младший сын, он очень тоже любит английский язык, ему хотя 2 года, но он уже очень много слов повторяет. Так, сейчас мы повернем. Вот видите, сплошные пробки везде. И поедем, и будем заворачивать. Если снимать каждый день, то получается, я за рулем езжу где-то, иногда может быть и часов по 10, по 12 в день.